пятый день нашего отпуска и пятый день нашего путешествия. И, безусловно, мы решили поехать на Тейде. Это вот та самая гора, с которой происходило извержение вулкана много 150 тысяч лет назад. И через Тейде спустимся на северную часть острова для того, чтобы сравнить климат, для того, чтобы посмотреть, как меняется растительность. В общем, добро пожаловать с нами в наше путешествие. Так, ну что, вот мы на первой остановке. Первый для того, чтобы немножко передохнуть от подъема. И снизу, как говорится, посмотреть, как выглядит лава. Вот так она примерно выглядит. Мы на Тейде. И здесь я вам скажу, холодно. То есть вот то, что я в кофточке, это далеко не жарко. Что вот в очередной раз за спиной у меня кратер. В очередной раз мы в кратере вулкана, его называют еще ландшафт. Я всегда говорю, если мы были в луне, может быть, нас как раз и окружал вот этот ландшафт. Ну, это самая основная смотровая площадка, куда, в принципе, и собираются все туристы, может быть, отсюда стартуют. Ну, вот так вот это выглядит. Старалась место выбрать, не очень много народу. Так вот вам покажу. Холодно, могу вам сказать. Ветер прям такой кондиционерный, как будто кондиционеры включены. Но на Тейде нет снега сегодня. Запрещено людям, собакам можно. Был какой-то подъезд, не как мы обычно подъезжали. То есть мы пришли через трассу, не через горы. Нам Google написал в горе, что Google написал, что через горы на 20 минут дольше. Поэтому мы шли вот от Сан-Пуэрто до Санта-Крус. Поэтому 30 километров мы шли по набережной. Ну давайте чуть-чуть исторических ценностей. Немножко архитектуры. Это Горачико. Центральная, как я понимаю, площадь. Потому что на площади храм, парк. А собаке нравится. Вы себе представить не можете, какое для него счастье. То есть вот такая вот... Вот такой город. Стоит сюда ехать специально? Ну, наверное, стоит. Почему нет? Thank you.
Все, доехали мы в Альмонастерио. Это вот такой вот ресторан на территории монастыря. Он очень большой. Слышите, сейчас петухи, куры ходят по парковке причем. Вот такая вот тут великолепная флора и фауна. Я только боялась, что нам не хватит батарейки все это заснять. Но думаю, должно хватить. Сейчас я сфотографирую эти часы. Могу честно вам сказать, обслуживание мы у меня моментальное. Мы не успели поехать вот такой на салом. Нам уже принесли и салат, и вот эту вот прекраснейшую ногу. Курица, она еще грызется на все, потому что она все цепляет и защищает. Она меня укусила за ногу, зараза. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.